романтическим ореолом, овеяна профессией моряка. С ранних детских лет играют мальчишки в капитан. Торопит время. Вырасту, буду плавать по далеким морям и океанам. А эти ребята не ждут, когда повзрослеют. 4 года существует в Тюмени клуб юных моряков. 130 человек занимается в нем. В учебных классах ребята осваивают премудрости нелегкого корабельного дела. А летом можно пойти в настоящее плавание. Ведь у курсантов, как они с гордостью себя называют, есть собственный корабль. Его подарило клубу «Тюменское пароходство». Часы отдыха, как бывалые моряки, ребята проводят в кают-компании. Слушают рассказы Юрия Максимовича Рупинского, военного моряка, капитана 2-го ранга. И невозможное становится возможным, если с детства ты видишь цель своей жизни. –